Егор, вы как сегодня лицо Елутровска в нашей студии. Расскажите, ваша позиция патриотизма мне понятна. Как елутровчане относятся к акциям, подобным акциям по сборам? Есть ли какая-то поддержка от горожан? На самом деле город Елутровск совсем небольшой, и всех мобилизованных мы знаем лично, их семьи, поэтому здесь мы еще сплоченнее. Но одно из последних, как только появились ваши передачи, мы в них поучаствовали, и ко мне приходят бабушки из проекта «Возраст танцам не помеха» и передают конверт, говорят, вот ты, мы узнали, что поедешь, можешь передать. А я говорю, ну, давайте, наверное, не нужно, я все сделаю, вам эти деньги нужнее. И тогда они мне сказали фразу, которую у меня до сих пор в сердце. Они сказали, там наши дети и внуки. Это самое важное, что у нас есть. И я вот эту фразу теперь всем передаю, и у многих даже, знаете, слезы текут. И поэтому меняет вообще отношение к этой акции. Слушайте, мне кажется, это можно уже писать на баннерах в городе и, в принципе, в любом, наверное, городе нашей страны, потому что это, ну действительно, это трогает за душу. В итоге конверт вы им вернули? Я конверт не верну, потому что они говорят, это они наш смысл. Они не стали брать, да, они не хотели собраться. Что можно сказать ребятам, которые сейчас находятся в зоне СВО, нашим военным, вашим землякам? Самое главное, что они не одни. Мы вместе с ними, они для нас герои. Знаете, есть вот такая русская традиция все вместе собираться за одним большим столом. И вот когда либо отец, либо старший брат отсутствует, его стул никогда не занимают. И вот я хочу, чтобы они, главное, понимали, что их стулья на месте, мы за ними следим, их никогда не займут.